Всем привет! Меня зовут Чингурова Ольга, мне 26 лет. Проживаю я в городе Лентор, в Сургутском районе. Я мама в декрете, у меня есть прекрасная дочь, скоро нам исполнится 8 месяцев. Также замечательный и любящий супруг Александр. До декрета я работала продавцом-консультантом, продавала абсолютно все, от бытовой химии, косметики, одежды до бытовой техники и электроники. В компанию Oriflame я пришла сравнительно недавно, с ноября 2016 года. Пригласила меня Шкуратова Юля. Благодаря ее поддержке я достигла уровня 6%, за что ей большое спасибо. Как большинство людей, у меня есть мечты, планы, цели. Как все, наверное, я мечтаю о большом доме. Я хочу очень много путешествовать. Машину, как это не банально, да. И я поняла, что с компанией Oriflame все твои мечты, цели, они становятся реальностью, то есть здесь все возможно. То есть в компании все для этого есть. С организацией личного товарооборота у меня проблем не возникло, так как у меня дома закончилось абсолютно все, не было ни геля, ни мыла, ни косметики, поэтому первое время я заказывала себе. Ну, как сейчас я научилась, точнее учусь раздавать каталоги. Юля меня этому обучает. То есть с организацией ЛТО пока проблем нет. И совсем недавно я оформила подписку Wellness Life Plus, «Твоя жизнь и энергия». Теперь могу сказать с большой уверенностью, что моим любимым продуктом стали витамины Wellness. Это теперь мой любимый продукт. Планы на каталог на следующий. Ну, это как рекрутировать. Ежедневный рекрутинг. Этому меня учит Юля. Потом мой спонсор Елена. И ну, также и все обучения не пропускать. Вот. Думаю, в следующем году попасть на конференцию в Японию. Вот. Ну, пока буду двигаться дальше, не останавливаться. Вот. Все, всем спасибо большое. До свидания.